Компания GT-FOS запустила новую линейку продукции «Retard». GT-FOS Retard – это средства, предназначенные для защиты оборудования в замкнутых системах из любых материалов. Как это работает? Retard, попадая на поверхность металла, адсорбируется на ней. При этом образуется молекулярный слой, который защищает поверхность от воздействия кислорода, углекислого газа и воды, налипания накипи, а остатки окислов образуют прочную оксидную пленку. GT-FOS Retard консервирует и стабилизирует состав среды в контуре, защищает сталь, медь и сплавы, препятствует развитию микроорганизмов. Retard экономит денежные средства, которые в будущем могут быть потрачены на ремонт оборудования. Стоимость добавки минимальна по сравнению со стоимостью нового оборудования. Из чего состоят? В состав GT-FOS Retard входят ингибиторы коррозии, средства, разрушающие нерастворимые солевые отложения, ПАВ и щелочные добавки. Как применять? Средство является концентратом и разбавляется от 1 к 50 до 1 к 100, в зависимости от качества применяемых сред. Если вода прошла обработку, то 1 к 100, если же вода жесткая и неподготовленная, то 1 к 50. Если система старая и загрязнена, то при концентрации 1 к 30 Retard будет постепенно растворять отложения и со временем очистить систему. Можно применять с ПВХ. GT-FOS Retard – это добавки, тормозящие коррозионные процессы и препятствующие загрязнению котлов, систем отопления, холодоснабжения, теплых полов. Больше на сайте gtfos.ru.